Час выбрал нас под этим девизом 24 и 25 красавика у Минску проходит Всебелорусский народный сход. Ён сёмы по лику, однако это народная веча особливая. Яно проходит у новой якости, якая зафиксована у одновленной конституции. Мы сегодня все вместе, мы едины, мы дружны, и мы вместе все принимаем решения. Это же действительно Всебелорусское народное собрание. Это Всебелорусская веча, на котором будут решаться важнейшие вопросы развития нашего государства. И то, что Всебелорусскому собранию придан конституционный статус, конечно, это еще придает большую значимость и важность как и ВНСу, так и каждому делегату. Теперь Всебелорусский народный сход – высшийший представнейший орган народной улады Беларуси. И он будет проводить посяджение не раз в 5 годов, а не меньше, как один раз в год. Термин «полномоцтво» Всебелорусского народного сходу складает 5 годов. Рашения Всебелорусского народного сходу являются обовязковыми для выполнения. За выключением актов судовых органов, народная веча может отменять правовые акты, рашения державных органов, посадовых особ, которые суперечат интересам национальной безопасности. Так что миссия на делегатов ускладена отказная. Самое главное, что мы вместе строим свое будущее. Мы участвуем все вместе в обсуждении важных документов для Республики Беларусь и для нас, для наших жителей, для наших потомков, чтобы у нас было благополучное мирное небо и счастливая страна. Впечатление шикарнейшее, очень гордость, почетно за нашу Беларусь, за то, что мы правда ходим по мирной земле, мы имеем право какие-то принимать решения вместе с властью Беларуси нашей. Нам дают это право, и этим надо гордиться. Очень важно, что та идеология мира, развитие нашей страны, которая направлена в первую очередь на укрепление человеческого потенциала, народного состояния нашего населения. Вот это вот очень важно, эти вещи, которые, наверное, мы в каждой принесем свои трудовые коллективы, свою собственную семью и свою жизнь. И сегодня действительно исторический день для всех нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко обраны старшинёй 7-го Всебелорусского народного сходу. На посяджении огучены ответные выники тайного голосования. Александр Косинец обраны на пост наместника старшини. Одноголосно обрали президиум Всебелорусского народного сходу у складе 13 человек. 25-го красавика на посяджении будут разглядать пытания об затвержении концепции национальной безопасности Республики Беларусь и затвержении военной доктрины.